Здравствуйте, уважаемый Садыр Нуркоджиевич. Хочу к вам открыто обратиться, так как лично не получилось. Недавно в одном из своих интервью вы сказали, что Алмазбек Атамбаев сидит, потому что он застрелил спецназовца в Куйташе. Во-первых, я еще раз хочу принести свои искренние соболезнования семье и близким погибшего Усенбека Ниязбекова. Во-вторых, я хочу сказать, что вы заблуждаетесь, и сегодня я предоставлю всему народу факты. Это аудиозапись-прослушка, которая тайно была установлена на закрытом заседании Госкомиссии по куйташским событиям с тогдашним председателем ГКНБ Опымбаевым. Аудиозапись, прослушку установил, а затем передал нам член Госкомиссии Жарканбек Касымбеков, член политсовета партии Чонказат и кандидат в депутаты от партии Чонказат. Так, в аудиозаписи, отвечая на вопросы Исмаила Исакова, Орозбек Опымбаев открыто отвечает, что Атамбаев не может быть причастным к убийству спецназовца. А вот и сама запись. Она траектория стагетная, как билетели сразу. Деме, вузеден без адекватной комиссии четко надо себе представить исключить, что вузеде тиги учинче даже на то, как мюмкин был вас ал, исключайся дем, екинчи, өзіме то кокустан бір басу алып, бұл да исключайся дем. Деме, вывод, ошо тұрған граждандық адамдардың бірі, анты жанаке эсмеде ким, как оказался тогда в руках, этого, если он находился в автомат внутри. Вопрос, чего отправил? Почему он мудай? Имели просто. Сизге отдельно нам было чего перенда. Ай там гим кандай был, он что только отдельно. Ладно? Чего? Азрукает кандар вообще без того, что он ой пикер пойдет вот это. Тем не менее, без надо четко без не решил говорить. Ушел чеги, без деда отдал. Чебудан отканга мүмкүн эмес эле. Мына отканда мындай болуш керек эмес эле. Дегенде бир тыянак чыгарышыбыз керек да биз. Бул следствие барын тактайт, трассеологический экспертиза жасалып атат. Исмаил Исаевич, бул следствие кирбей эле койсок жакшы болот эле. Мен кирген жокмун. Мен айтып атпайсың, дем айтты. Я размышляю. Халыс болуш керектир, халыс. Берди бир пары. Орозбек мырза, мен размышляю, потому что айткан мына жооңорго. Мен ойлодум эле биринчи киргенде ошо жанагы жерден атып кой десмиди менен деп. Эстудун күчү дагы жетет, теши дагы кетет. Я заявка андай болгон жок сансыз. Андай болгон жок. Демек ал жактан аткан болгон жок, туурабы? Айта өзүңүз күчү тарда. Туура. Для справедливости. Эгерде бул жактан силерден болсо, силердин оңор башкача кетмек. Я тоже должен исключить. Туура. Туурабы? Туура. Демек откуда тогда третий СВД появился второй? Вопрос. СВД, ата сен ичти. Сет ал автомат истилет. Сизге айтып коюңуз. Ал кимде болгон? Алардан? Ошо балдардан тартып алган бир автомат. Ошо они числится у вас, да? Да. Ну вот, Садыр Нургоджиевич, надеюсь, что вы теперь возьмете свои слова обратно. А теперь непосредственно к самим куйташским событиям, которые вы назвали незаконными со стороны Алмазбека Атамбаева. Если Атамбаев такой плохой, если созданный в Куйташе народный штаб незаконный, то зачем тогда туда тайно приезжал ваш друг Камчыбек Ташиев и выражал поддержку? Если Атамбаев такой плохой, если созданный в Куйташе народный штаб незаконный, зачем вы пытались снова и снова связаться с Алмазбеком Атамбаевым? Если Атамбаев такой плохой, если созданный в Куйташе народный штаб незаконный, зачем ваш брат Сабыр Нуркоджиевич неоднократно записывался на прием и встречался с Алмазбеком Атамбаевым, а после его ареста с нами? Разве мы не шли к одной цели разными путями, как просили нас вы и ваша семья? Уважаемый Садыр Нуркоджиевич, мы с вами встречались 14 октября в Доме правительства и заключили договор. Вы тогда обратились к нам с двумя просьбами. Мы выполнили свою часть соглашения и ждем от вас того, что вы сдержите свое слово, как вы сказали Эркекче, как настоящий мужчина. Однако некоторые последние ваши высказывания нас удивили. И возможно, что до вас кто-то неверно доносит информацию. Именно поэтому я записываю это видеообращение.